Иранские власти дают понять, что заключенная 6 лет назад ядерная сделка, из которой затем вышли США, может быть восстановлена. Ранее в Белом доме заявили, что готовы вернуться к соглашению, если Иран будет полностью выполнять его условия. Вслед за этим глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф написал в Твиттере, что его страна немедленно отменит все предпринятые меры, если Вашингтон снимет санкции, наложенные прежней администрацией. Другие участники соглашения, подписанного в 2015 году после многих лет трудных переговоров, предлагали серьезные дипломатические усилия по его восстановлению. Этот вопрос, как ожидается, станет одним из главных в ходе намеченного на июнь саммита «Большой семерки». О важности задачи говорит Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании. Стремление администрации Байдена к дипломатическому взаимодействию с Ираном и возрождению СВПД представляется мне очевидным. Это важная задача, ведь Иран угрожает дальнейшим несоблюдением договора в плане проверок и протоколов МАГАТЭ, что вызывает беспокойство. И это дополнительная причина, по которой мы хотели объединиться, возродить дипломатические действия, усилить их и наметить дальнейший путь. Со своей стороны, Соединенные Штаты дают понять, что возобновление ядерной сделки может привести к дальнейшему улучшению отношений с Исламской Республикой. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента. Мы хотим выйти за рамки сделки 2015 года, продлить и укрепить ее, развив на ее основании последующие договоренности для решения других проблемных областей, касающихся наших отношений с Ираном. Между тем, напряженность в отношениях США и Ирана по-прежнему сохраняется. Тегеран намерен приостановить инспекции ООН на своих ядерных объектах уже на следующей неделе, если Вашингтон к тому времени не приступит к отмене санкций.